Для вас поет лауреат второй премии Диана Скретнева «Город Ухта». Музыка Баневича, слова Калининой «На тихой дудочке любви». Встречайте! Счастливый лишь однажды, не зная ноты, играет каждый на детской дудочке надежды, на тихой дудочке любви. Его губами не поймаешь, его словами не чьи-то руки, и от улыбки до разлуки нас приручают эти звуки, вернее, самых добрых слов. И вот в саду шальные ветки, и вот промокшая до нитки чудная музыка калитки, родная музыка шагов. Мотив счастливый лишь одна, не зная нот, играет каждый на детской дудочке надежды, на тихой дудочке любви. Спасибо, спасибо, Диана. Для вас поет лауреат второй премии Михаил Лупопов, город Киров. Русская народная песня в обработке Куликова «Солдатушки, бравы ребятушки». Наши сестры, сабли востры, вот кто наши сестры.
Молодец, Михаил. Для вас поет лауреат первой премии Наталья Остякова, город Тюмень. Габуния, Аве Мария. Большое спасибо. Мы продолжаем наше волшебное мероприятие и приглашаем на сцену повелительницу музыкального королевства, заслуженную артистку России, почетного работника культуры Кузбасса, члена жюри конкурса Веру Павловну Баранову, город Красноярск. Начинаем торжественную церемонию награждения лауреатов конкурса первой средней возрастной группы. Это юные волшебники от 12 до 14 лет.
Звание дипломанта присуждается Ладе Серегиной, 13 лет, Республики Коми, город Емва. Преподаватель Надежда Александровна Манова, концертмейстер Татьяна Геннадьевна Антонова. Владиславу Соколенко, 12 лет, Республика Коми, город Сыктывкар. Преподаватель Татьяна Борисовна Холопова, концертмейстер Любовь Вячеславовна Витошкина. Уехали. Дарье Буториной, 14 лет, город Ухта. Преподаватель Светлана Прокопьевна Карипанова, концертмейстер Лариса Викторовна Филиппова. Третья премия и звание лауреата присуждается Анне Рассыхаевой, 12 лет, Республика Коми, город Сыктывкар. Преподаватель Валентина Михайловна Ревунец, концертмейстер Татьяна Николаевна Григорьева. Вторая премия и звание лауреата присуждается Карине Кузнецовой, 14 лет, город Нижний Новгород, преподаватель Наталья Евгеньевна Ильичева, концертмейстер конкурса Наталья Андреевна Обрезкова. Первая премия и звание лауреата присуждается Илье Кропачеву. 12 лет, Свердловская область, город Заречный, преподаватель Ольга Федоровна Никитина, концертмейстер конкурса Татьяна Александровна Федорова. Пожалуйста. А теперь фото, волшебное фото на память о конкурсе. Благодарим вас, Вера Павловна. Займите, пожалуйста, свое почетное место. А мы продолжаем. Голос – это истинное чудо человечества. Это так? Да. Голос – это самый тонкий музыкальный инструмент, самый сложный, самый звонкий, ярче самых ярких лент. Он и хрупкий, словно волос, он и сильный, как тайфун. Сам в себе имеет голос миллион незримых струн. В нем так много разных клавиш, молоточков и колков, что себе не представишь до скончания веков. От природы у кого-то он волшебный, золотой, но тяжелая работа ведать этой красотой. Для вас поет лауреат третьей степени конкурса юных вокалистов первой средней возрастной группы Анна Рассыхаева, город Сыктывкар. Музыка Валентина Брызгалова, стихи архиепископа Петерима. «Весна поет весь храм». Весна поет весь храм Христа.
сами сказали. Анечка, спасибо. Для вас поет лауреат второй премии Карина Кузнецова, город Нижний Новгород. Чешская народная песня в обработке Александрова. «Выкуп». Стучится кто у дверей? Я тут без шапки, открой поскорей. Как поцелуй твой украл я в саду, шапка пропала, нигде не найду. Как поцелуй твой украл я в саду, шапка пропала, нигде не найду. Нет, не пропала шапка твоя, шапку под шубкою спрятала я. Шапку тебе я отдам, не горюй, если обратно вернешь поцелуй. Шапку тебе я отдам, не горюй, если обратно. Пожалуйста, еще на поклон. Браво! Не грусти, минорчик. Лучше объяви, кто поет следующий. Для вас поет лауреат первой степени Илья Кропачев, Свердловская область, город Заречный. Вернись в Соренто. Прекрасна даль морская, как влечет она, сверкая, сердце неша и лаская, словно взор твой голубой. Слышишь в рощах апельсинных звуки трелей соловьиных, теплый мрак благоухает. Тихо зыблется вокруг, но ты едешь, дорогая, даль зовет тебя иная. Неужели навсегда я потерял тебя, мой друг? Тебя остаться.
Ваши громкие аплодисменты, Илье. Илья! А наш сказочный вечер продолжается, и мы вновь приглашаем на сцену фею вокальных искусств, лауреата международных конкурсов, художественного руководителя, кастинг-директора многочисленных европейских конкурсов и фестивалей, члена жюри конкурса Светлану Ивановну Афонину, Швейцария, город Цюрих. Итак, начинаем торжественную церемонию награждения лауреатов конкурса второй средней возрастной группы. Это юные волшебники от 15 до 17 лет. Звание дипломанта присуждается Дарине Рзаевой, 16 лет, город Сыктывкар, преподаватель Валентина Михайловна Ревунец, концертмейстер Татьяна Николаевна Григорьева. Анне Рочевой, 17 лет, город Сыктывкар, преподаватель Ольга Александровна Сосновская, концертмейстер Ольга Вячеславовна Гонтарева. Надежде Бестаевой, 16 лет, город Ульяновск, преподаватель Ольга Михайловна Песчаная, концертмейстер Артеев. Итак, третья премия и звание лауреата присуждается Никите Забетчук, 15 лет, город Челябинск. Преподаватель Надежда Николаевна Илькина, концертмейстер Елена Александровна Авдеенко. Вторая премия и звание лауреата присуждается Ладе Меркульевой, 17 лет, Челябинская область, Сосногорский район, поселок Новый Кременкуль. Преподаватель Надежда Николаевна Илькина, концертмейстер Елена Александровна Авдеенко. Первая премия и звание лауреата присуждается Андрею Чуличкову, 15 лет, город Челябинск. Преподаватель Надежда Николаевна Илькина, концертмейстер Елена Александровна Авдеенко. Пожалуйста, фото на память. Большое спасибо, Светлана Ивановна. Пожалуйста, займите свое почетное место в зрительном зале. О, музыка! О, добрый гений, призвание твое светить, ты даришь людям, нам, любви мгновение, чтоб души наши озарить. Какой печатью, кем талант отмечен, судьбою, небом ли храним? Великое искусство будет вечным, мы свято преклоняемся пред ним. Всех покоряет торжество таланта, притягивая, как живой магнит, и каждый звук певца и музыканта, о Боже, в нашем сердце сохрани. Дорогие друзья, сейчас для вас прозвучит музыкальный подарок конкурсу. На коми-языке будет исполнена песня. Исполняет дипломант конкурса юных вокалистов второй средневозрастной категории Дарина Рзаева, город Сыктывкар. Преподаватель Валентина Михайловна Ревунец, концертмейстер Татьяна Николаевна Григорьева. Музыка Чистолева, Слава Власова. В уши Гурте Мунантуис. Потеряла я дорогу домой. Я
Спасибо, Дарина. Для вас поет лауреат второй премии Лада Меркульева, город Челябинск. Русская народная песня в обработке Городовской. По небу, по синему. Thank you.
Спасибо, Лада. Лада. Для вас споет лауреат первой премии Андрей Чуличков, город Челябинск. Музыка Чайковского, слова Плещеева. Кукушка. Кукушка спрашивала раз, что жители толкуют городские, хоть, например, о песнях соловью. Интересуюсь этим ученью. Весь город он приводит в восхищение, когда в саду его раздался трель. Пленяет очень многих. Неужели? Ну а каков их отзыв о дрозде? Да хвалят и его, хоть не везде. Еще хочу спросить я, может статься, и обо мне ты слышал кое-что. Вот про тебя, сестрица, так признаться не говорит решительно никто. Но если так кукушка возопила, то себе, чтоб людям отомстить, самой сбег, покуда хватит силы, не перестану я твердить ку-ку. Андрей Чуличков, город Челябинск. Андрей, пожалуйста. Вас не отпускают. Уважаемые жители музыкального королевства, слово предоставляется чародею музыкального королевства, заслуженному артисту России, лауреату международных конкурсов, члену жюри конкурса Василию Николаевичу Святкину. Город Самара! Спасибо. Самое главное, во-первых, я хочу извиниться, что заболел и не смог провести мастер-класс. Как слышите, не знаю, каким голосом говорю сейчас. Вроде певец, а голоса нет. От Советского информбюро, да? Но самое главное, хочу еще раз, чтобы не повториться, хочу сказать, что я очень рад, что уровень, теперь могу сказать, нашего конкурса растет, несмотря ни на какие политические и экономические треволнения, которые
нас окружают, он растет. Это приятно видеть. Могу честно признаться, вернее, даже подтвердить, уже говорилось сегодня, что это самый честный и самый профессиональный классический детско-юношеский конкурс в нашей Российской Федерации. И огромное спасибо Владимиру Ивановичу. Я как мужчина-мужчине. Все-таки на своих плечах он всех наших девушек, членов жюри, и меня, единственного мужчину, самого тяжелого из членов жюри, всю эту неделю на своих руках и плечах вынес все три волнения, успокаивал, можно даже сказать, суетился. Ну, такого уровня я за последние 8 лет не видел нигде в России. И уровня подготовки детей. И я сегодня на пресс-конференции говорил, что видно, что растет уровень не только наших детей, но и преподавателей, которые их привозят. Потому что некоторых мы видим уже, вот я, например, на протяжении последних 6 лет. И видно, как дети их растут. Значит, это заслуга педагогов. Я персонально педагогам выражаю свою профессиональную благодарность. Большое вам спасибо. Большое спасибо за теплые слова. Итак, начинаем торжественную церемонию награждения лауреатов конкурса старшей возрастной категории. Это юные волшебники от 18 до 20 лет. Звание дипломанта присуждается Ольге Перестряковой, 18 лет, город Сыктывкар. Преподаватель Ольга Александровна Сосновская, концертмейстер Ольга Вячеславовна Гонтарева. Наталья Полиной, 19 лет, город Сыктывкар. Преподаватель Александр Аркадьевич Лактин, концертмейстер Людмила Александровна Палева. Олегу Ракита, 20 лет, город Ухта. Вручается диплом. Преподаватель Светлана Прокопьевна Карипанова, концертмейстер Лариса Викторовна Филиппова. Вторая премия и звание лауреата присуждается Алексею Юрковскому, 18 лет, город Сыктывкар. Преподаватель Ольга Александровна Сосновская, концертмейстер Наталья Александровна Тевс. Первая премия и звание лауреата присуждается Виктории Маслюковой, 20 лет, город Красноярск. Преподаватель Вера Павловна Баранова, концертмейстер Наталья Андреевна Обрезкова. Пожалуйста, фото на память. Большое спасибо, Василий Николаевич. Пожалуйста, займите свое почетное место в зрительном зале. Юные волшебники готовятся к выступлению. А где же мои юные друзья? Мажорка, минорчик, ну где же вы? Вот скажите мне, пожалуйста, ответьте мне на такой вопрос. Ну вот что такое музыка для вас, а? У старика спросил поэт, что музыка такое? Дед, воспоминания она, в ней юность давняя слышна. Был задан девочке вопрос, она ответила всерьез. Похоже, музыка на луч, окно, пробившее из-за туч. А юноша ответил так, без музыки нельзя никак. Душа без музыки грустит, в простор волшебный не летит. А девушка, пожав плечом, сказала, музыка наш дом, в ней все родное, все свое, во всем дыхании ее. Вы правы все, сказал поэт, прекрасен каждый ваш ответ. Одно хочу я повторить. Нас учит музыка
«Любить». Для вас поет лауреат второй степени конкурса юных вокалистов старшей возрастной категории Алексей Юрковский, город Сыктывкар. Музыка Зайцева, слова Вельтмана. «Что отуманилась зоренька ясная?» Спасибо, Алексей. Для вас поет лауреат первой степени премии Виктория Маслюкова, город Красноярск. Пуччини, вальс Мюзетты из оперы «Богема». Thank you.
Виктория, не уходите. Ну что же, жители музыкального королевства, настало время для самого главного волшебства. Это вручение гран-при конкурса. И я вновь приглашаю на сцену главную волшебницу музыкального королевства, заслуженную артистку России, народную артистку Республики Коми, председателя жюри конкурса Ольгу Александровну Сосновскую. Итак, гран-при конкурса получает Йонас Юд, 19 лет, Троген, Швейцария, вокальная студия Светланы Афониной. Наши уральские самоцветы. Я надеюсь, что этот приз будет один из самых дорогих для тебя. Творческие удачи тебе, новых успехов. И я уверена, что мы будем еще гордиться тобой, что ты был в Сыктывкаре, и ты получил здесь гран-при. Но это еще не все. Йонас получает сертификат на участие в мастер-классах Марио Диаза. Фото на память. И я с радостью приглашаю на эту сцену преподавателя Йонаса Юдета, Светлану Ивановну Афонину. Пожалуйста, Светлана Ивановна. Мы хотим вручить диплом Афониной Светлане Ивановне за подготовку замечательного лауреата гран-при Йонаса Юда. Вот она, память. Ну что? Итак, для вас поет обладатель гран-при 15-го международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской Йонас Юд, Швейцария. Он исполнит два произведения: Монтеверди, арии из оперы «Орфей» и Копленд «Купил я кота». Morta queste rive, temerario ten vieni, arresta i passi, solcar quest'onde ad uomo mortal non dassi. Ne poco morti albergo aver chi vive, che voi forse nemico al mio signore, Cerbero trar dalle tartare porte, Rapir brami sua cara consorte, d'impudico desire acceso il cuore.
und Fränen wolle erdirken, trall mio legno. Non accorropio mai corporea salma, si degli anticoltraci ancor nell'alma servo. Acerba memoria e giusto sdegno. Me a cat, my cat pleased me. I fed my cat under yonder tree. My cat said, feed lifey. I bought me a duck, my duck pleased me. I fed my duck under yonder tree. My duck say, quack, quack. My cat said, feed lifey. I bought me a goose, my goose pleased me. I fed my goose under yonder tree. My goose say, caw, caw. My duck say, quack, quack. My cat said, fiddle-i-fee. I bought me a hen, my hen pleased me. I fed my hen under yonder tree. My hen said, shimmy-shack, shimmy-shack. My goose say, caw, caw. My duck say, quack, quack. My cat said, fiddle-i-fee. I bought me a pig, my pig pleased me. I fed my pig under yonder tree. My pig said, griffy, griffy. My hen said, shimmy-shack, shimmy-shack. My goose say, caw, caw. My duck say, quack, quack. My cat said, fiddle-i-fee. I bought me a cow, my cow pleased me. I fed my cow under yonder tree. My cow said, ooh, ooh. My pig said, griffy, griffy. My hen said, shimmy-shack, shimmy-shack. My goose said, caw, caw. My duck said, quack, quack. My cat said, fiddle-i-fee. I bought me a horse, my horse pleased me. I fed my horse under yonder tree. My horse said, neigh, neigh. My cow said, moo, moo. My pig said, griffy, griffy. My hen said, shimmy-shack, shimmy-shack. My goose said, caw, caw. My duck said, quack, quack. My cat said, fiddle-i-fee. I bought me a wife, my wife pleased me. I fed my wife under yonder tree. My wife said, honey, honey. My horse said, neigh, neigh. My cow said, moo, moo. My pig said, griffy, griffy. My hen said, shimmy-shack, shimmy-shack. My goose said, caw, caw. My duck said, quack, quack. My cat said, fiddle-i-fee. Йонас Ют, Швейцария, ваши аплодисменты. Обладатель гран-при конкурса. Йонас, плиз. Дорогие друзья, наш волшебный вечер подходит к концу. Хорошего вам настроения. И не грустите. Уважаемые лауреаты конкурса и члены жюри, пожалуйста, пройдите на сцену.
наши волшебники, юные короли и магистры музыки, пожалуйста, пройдите все на сцену для общего фотографирования на память. И, конечно, сейчас вы подниметесь. Заключительное слово скажет Ольга Александровна Сосновская. Выходите, пожалуйста, пожалуйста. Ольга Александровна, дорогая, вам слово, пожалуйста. Заключение. Вот мне последнее слово. У меня просто нет слов. Меня переполняет чувство гордости, счастья. Это замечательные дети, которые затронули нас до самых глубоких струн нашей души. И дай Бог им счастья, крепкого здоровья, им, им близких, новых творческих успехов. Я объявляю этот конкурс, к сожалению, закрытым. Но мы обязательно встретимся с вами через 2 года на этой же сцене. Мы встретимся с вами, дорогие мои участники, на разных-разных музыкальных сценах нашей страны и зарубежья, я уверена. И вы знаете, действительно, мир настолько тесен. Мы увидим эти имена на самых престижных афишах нашего мира. Дорогие мои, дай Бог вам всем счастья, ангела-хранителя, вам и вашим близким. До новых встреч! Вот оно, наше будущее стоит на этой сцене.